Добрый вечер, дорогие друзья. Скажу так. Имя Марлен Дитрих в моей жизни еще совсем недавно было как какой-то легкий шлейф об эпохе, скажем, Голливуда 50-х, 70-х годов, не более. Но после нашей встречи с Алексеем Прокаевым он буквально сумел заразить меня этой идеей. И с каждым днем, слушая репертуар Марлен Дитрих, я начала влюбляться в нее. Никогда не пела песни на немецком языке, потому что считала, что это какой-то язык такой достаточно очень сложный для пения. Но в нем столько секса, столько страсти, поверьте. И, конечно же, мне еще хотелось бы сказать, что это такое наше первое совместное, да, мы представляем еще команду Art Plus, мы хотим устраивать такие вечеринки разные, с какой-то периодичностью, и, конечно, если вам это понравится, мы будем очень рады видеть вас всегда нашими гостями. А сейчас премьера для вас. Марлен Дитрих, Джонни. Johnny, wenn du gewusst hast, bin ich bei dir zu Gast. Die ganze Nacht. Johnny, ich träum so viel von dir. Ach, komm doch mal zu mir. Nachmittags halb vier. Johnny, wenn du gewusst hast, und mich dein Arm fasst, die ganze Nacht. Noch zuletzt, denn du noch jeden Tag Geburtstag hast. Johnny, wenn du Geburtstag hast, bin ich bei dir zu Gast. Die ganze Nacht. Johnny, ich träum so viel von dir. Ach, komm doch mal zu mir. Nachmittags halb vier. Johnny, wenn du gewusst hast und mich dein Arm fasst, die ganze Nacht. Johnny, dann tu ich noch zuletzt, wenn du dich jeden Tag Johnny.